Здравствуйте, народ! Сегодня у нас очередное добавление в рубрику «Посылочки с Китая». И сегодня пришла вот такая маленькая посылочка, всего за 14 дней. И оценили что-то 11 центов, она стоит немножко дороже, но это не столь важно. Также здесь должен быть такое что-то типа подарок для школьника. И сейчас я вам расскажу, почему. Сейчас мы распакуем. Точнее, тут, скорее всего, для девочки подарок будет, поскольку она другого цвета. Вот такая вот ручка. Ну, это типа, знаете, вот, смотрите. Сейчас напишу вам что-нибудь. Например, на этой бумаге, например. Типа свою фамилию. Нет, так. Ну, как видите, здесь, что изначально вроде бы как бы видно, но не особо и видно. А теперь смотрите, в чем фишка этого девайса. Выключаем. И вот. Не знаю, видно, не видно. Сейчас я, наверное, приближу максимум. Ну вот, видите, написано «Кабанец». И чем она хорошая, эта штучка? Тем, что, например, вы ходите в школу, к примеру, и дома написали шпаргалку данной ручкой. И там уже в школе можно подсмотреть. В принципе, кому какая разница, что у вас спина лежит. Так что вот такой нехитрый девайс для школьников. Всем советую, можно найти и черного цвета, и любого цвета. Данный девайс идет на подарок кое-кому того возраста, которого я сказал. Так что на данный девайс будет ссылочка в описании. Кому надо, покупайте. Вот это вот ультрафиолет. Прикольная штука. Ним, кстати, можно еще купюры проверять. Тоже полезная была бы штука. Ну, всем спасибо, кто смотрел. Оцените, подписывайтесь, не держите в секрете от друзей и покупайте данный девайс. Классная штучка. Всем пока.